Раз, два, три, проверка связи. Звук есть, все окей. Нечаянно как-то выпал. Выпал я на рассказе про Эдс Бридж. Да. Окей, оплата там фикса за определенный объем. Дальше идет оплата уже за клики, за каждый. Достаточно удобно, есть тоже небольшой триальный период, можно посмотреть. Что еще у нас есть из интересных свежих игроков? Это ZRiff. Он себя позиционирует как... почему написал SaaS, не SaaS, self-hosting, sorry. Он себя позиционирует как убийца AMT. Они себя, ребята, ну, допиливаются регулярно. Имеет смысл смотреть, ставится к вам на сервак. Есть, опять же, триал, можно посмотреть. Есть дополнительный аддон, на который они дописывают за дополнительные деньги. То есть, хочешь получить клакер, ботфильтр, пожалуйста, вот тебе инструмент. Пользуйся. То есть, мы видим, что трекеров много. Основных 20, что я рекомендую, это вот для старта MobiTrax Volume. По MobiTrax сейчас я дальше вам порассказываю, прямо на живом примере попоказываю какие-то настройки компании, нюансы по созданию сложных компаний и куда что мы по статистике смотрим. Предлагаю сейчас сделать перерыв минут на 10 и продолжим. Окей. Если какие-то вопросы сейчас по трекерам есть, можно сейчас их задать. ClickFrog для мобайла практически не работает, это мы с ними прям обсуждали, хотя сейчас какие-то решения ребята используют. Я с ним очень плотно общался, мы там хорошо общаемся, встречались несколько раз, даже вместе выступали на конфе. Вместе с ClickFrog, Сибирским, CyplaKing. То есть вот я общался с ребятами, рассказывал про мобайл, нюансы, то есть они говорят, да, то есть какие-то вещи они могут проверить, но опять же, для чего нам ClickFrog? Для того, чтобы отслеживать ботов, прими за аксиому, что ботов практически нет. Что завестись может практически каждый паблишер. Если боты есть, они суперумные, они имитируют поведение человека. И силы, затраченные на их поиск и искоренение, они сопоставимы с тем, что ты можешь просто отследить данную площадку по ROI и отключить. Все. То есть, что проводить с ClickFrog, тебе нужно однозначно иметь какой-то пилент, на котором будет проводить какое-то время и что-либо делать. То есть, для десктопа работает вообще идеально. То есть, ребята, кто занимался, то есть, для каких-то там сайтов, сайтовых вещей и тому подобное. То есть, для мобайла ClickFrog вообще не срабатывает для упоротых ботов, которые вот как раз больная тема, то, что на источнике трафика происходит клик на ваш баннер или по вашей ссылке, но до трекера или до ленда, этот клик не долетает, сессия обрывается раньше. Это упоротый бот. То есть, как ClickFrog его увидит, если его просто не было? Ничего не дошло. Не было. Источник трафика продал вам этот клик, а вы его не получили. Что-то анализировать как? Ну, в любом случае, использование ClickFrog это дополнительная нагрузка, это дополнительное утяжеление, это потеря трафика. Вот решайте, нужно вам это или нет. Обычно все очень хорошо видно по ROI. Если эта площадка показывает ROI ниже, чем все остальные, мы смотрим, что за площадка, если она такая же внешняя, значит, тут ее нужно отключить. И все. И пойти дальше. Потому что, ну, определите вы, что боты, что вы с ними сделаете. В источник трафика очень сложно предъявить и так далее. Окей, я предлагаю сделать перерыв 10 минут, потом продолжим.